приходил парень сегодня ко мне из России. Сказал, что он, конечно же, за Украину, но не с самого начала. С самого начала он был промыт мозгами российской пропагандой и был за СВО. Но потом, примерно в то время, как он узнал мой канал, это было, наверное, прошлой осенью, он стал смотреть независимые СМИ и узнал правду. Ну и теперь он хочет, чтобы все земли Крым, Донбасс, Луганск, все вернулось обратно в Украину. Война закончилась, и я у него спросила, твой отец, ну, что он думает про ситуацию? Он говорит, его больше волнуют внутренние проблемы в России, чем внешние. То есть в России есть внутренние проблемы, о которых россияне почему-то забыли. Вот. И дальше я говорю, а если твой отец получит повестку, как бы ты предпочел, чтобы он получил повестку, убил людей и был убит сам, и остался лежать в Украине, чтобы его ели собаки, либо чтобы его сбила машина вот тут? Вот какой вариант? Чтобы ты его сам похоронил, либо его, чтобы съели собаки? Вот, конечно, я предпочел сам лично похоронить отца. Что я и говорю, что россияне, сдохните дома. У вас есть обширная страна, гуляйте там, плодитесь, умирайте дома, но не переходите через границу. Вот. И потом я задала последний вопрос. А что, если бы ты оказался в одном помещении вместе с Путиным? У тебя было 5 минут. Вот все что угодно. Разговаривай, что? Он говорит, я бы, честно, облил бы его бензином и поджег нахуй. Деньги.